У трех управляющих компаний области прекращены действия лицензий, причем по собственной инициативе, а 40 не имеют права управления многоквартирными домами. Напомним, уже год действует запрет на работу таких организаций без лицензий. Из всех проведенных в прошлом году проверок нарушения инспекторы находили в каждом втором случае. Это значительно меньше, чем ранее, а качество работы коммунальщиков выросло. Управляющие организации начали меняться, начало меняться отношение их к работе. И они начали понимать, что выгоднее надлежаще выполнять свои обязанности, нежели исполнять предписания, платить огромные штрафы и в конечном итоге рисковать лицензией.